У меня здесь там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Условно делаем вот так и переходим наверх. От себя толкнули, вот она рука на болячке, и сверху прижать. Смотри, все. Вот орбьет, тоже, да? Левый бьет, ну, вот локоть подхват. Это все приклад. Если классический рыбин, классический рычаг потянул. Вот классический, за ним руки за спину. Делаем рывок, срываем вниз. И с этого положения делаем за ним руки за спину. Локоть бить, моя задача закинуть за предплечье. И затыкаю сюда. Вот оно, потому что это все движение. Загиб руки за спину, при подходе сжачи. Два. Рычаг руки внутрь. Три. Переход на загиб руки за спину. Рычаг вести наружу. Если классически делается, сюда вот поджимается, здесь, отсюда выходит с ударом. Вот он болевой пошел. Не отпускай. Вот его поджал. Он здесь зафиксировался. Будет только другой. Раз. Уперся в грудь. На самом деле, если люди увязали, видите, вот он завязывается. Также можно перейти на заднюю руки за спину. Готов? Колок-то на движение. Правая на правую. Вот уже болевой начинается. Рука сверху накладывается. Вот кубинский, когда они оттягивали вот сюда на себя. Когда никуда не оттягивали, а сразу делали больно. Зайди протизацию с плечи. Условно, понятно. Рычаг руки внутрь. Понятно. Ну начали мы с чего? Начали мы с такого рычага, да, с переходника. Рычаг стены наружу. Можно валять, можно вот и наверху, только что. Смотрите, какой бы рост не был, а он себя тянул и вот подхватывает. Плечом и предплечьем. Нет, вот он, смотрите, еще подготовил. Вторая рука как замок. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. 7,